Одесский бизнесмен вступил в правовой бой с бывшим начальником следственного отдела областной прокуратуры Петром Гупола. Он утверждает, надзорник в течение нескольких лет вымогал деньги и имущество, обещая ускорить расследование о похищении сына коммерсанта. Якобы за этот период Гупола получил более 100 тысяч долларов, элитное ружье, дорогие часы и внедорожник «Хаммер». Все это он обещал презентовать нужным людям. Те взамен должны были помочь наказать виновных, однако не все так просто. Гупола методично один за одним отводит судей Приморского района. Он ссылается на невозможность их беспристрастной работы. Говорит, что, будучи прокурором, он якобы расследовал дела против них. Уважаю, что судьи Приморского районного суда не можуть упереджено, без упередження розглянути дане клопотання, оскільки на них здійснюється тиск. Окремі судді, зокрема ви, безпосередньо розглядали мої процесуальні документи, зокрема теж клопотання, і стосовно вас мною ініційовано. Тобто направлено заяву вище кваліфікаційну комісію щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та направлено заяву про внесення вас щодо вас відомостей ЄДР за винесення неправосудного рішення. Первым этапом обвинения стал вопрос про отжим внедорожника «Хаммер». Но даже избрание меры пресечения забуксовало из-за тактики Гупола. На сегодняшний день таким образом пытается затянуть процесс. Не понимаю, с какой целью. Ну, опять же, он это делает наверняка с той целью, чтобы уйти от возможного привлечения к уголовной его ответственности. Сам подозреваемый отказался говорить на камеру, но в телефонном разговоре опроверг нашему корреспонденту все обвинения. Из-за его неявки на рассмотрение вопроса про отвод очередного судьи заседание перенесли на 10 июня.